Осенью 2016-го телеканал НТВ представил на суд зрителей картину под названием «Пенсильвания». 16-серийный сериал очень заинтересовал телезрителей благодаря отличной работе режиссера Владимира Виноградова, сценаристов Светланы Беловой, Эльвиры Серегиной и большой съемочной команде. Сериал достаточно высоко был оценен среди критиков. Главные роли исполняют Константин Крюков, Игорь Вереник, Евгения Дмитриева, Александр Домогаров и другие. Летом 2022 года в эфир телеканала НТВ вышел повторный показ сериала. Теперь многие зрители интересуются, будет ли продолжение. К сожалению, второго сезона сериала «Пенсильвания» не будет. Сериал завершен. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.